4. Райскин! Вот это интересно. И каково это будет стоять на райскинге на оффлейне? Либо это будет агрессивная трипла на оффлейне, разор будет стоять изи, и вайпер отправится в мид. Либо я чего-то не понимаю. Что ж, по составам. Not Today, MSTCO, Rubik, Smash играет на Dead Prophet, Mikaf, Doom, Masoku, Patma, Evo, Faceless, Void. Команда Kappa, они же Team Tinker, Bulba, Shaker, Koiqua, Viper, Sing Sing играет на Rise King, Excalibur, Razor и PyCut, Bane. Начало игры, ну стычка тут вряд ли будет. Voidhammer. На моего шторм чем-то похож. Ну что, стычка вряд ли состоится. Агрессивный триплап, мне кажется, все же останется тут. Войту прыгнул, цепить не получилось. Мог бы в слип уйти и больше не выйти из стана. Разор. Первых кровопролитий 2. Белхафе желает смэш, Белхафе отвечает Бульба тем же. Ну и, как я и говорил, агрессивные трипла вроде как остается на ботами, хотя, возможно, Бейн сместится. PyCut. Что пойдет на топ? Ну, кстати, связочка Бейн через слип и высосый дэмэдж — это неплохо. Как себя здесь будет чувствовать Дум? Дум? Против соло Разора неплохо, а вот против даблы уже не очень. Бейн находит руну хосты. В медле Вайпер против Дед Профетки. На ботами... Да, пока неуютненько здесь будет стоять команде Team Tinker, пока они будут вдвоем. Ну и вот Void в трипле будет стоять и фармить. Поэтому Бейну надо смещаться сюда. Подходит Патма. Вот Патма на лейне как саппорт не самый лучший вариант. Разор уже 42 дэмэджа высосал. Стоит Doom, смотрит, понимает, что ласт хитов здесь не светит. Экскалибур начинает подынаивать крипов. У нее это получается. Идет. Опять высосал дэмэдж, в этот раз поменьше, всего 14. Ну и здесь трипла на триплу. Посмотрим, к чему это приведет. Экшен, по сути, должен развиваться. Здесь кое-никакой все-таки герой активный. Станы, слипы, брейнсапы там и так далее. Можно что-то покастовать. Поэтому стычки должны быть. А вот тут этот профит здесь... неприятности. 10 на 3, уже 11 на 3 против 5 на 0. По крипам пока не особо заезжает у профетки. Что здесь, какая-то стычка? Нет, стычки здесь нет. А вот как только начнет качаться... А, ролл Синг-Синг, большие проблемы, фиссуры уже нет. Есть слип вайда, Синг-Синг пытается уйти. Надо отбиваться, стычка отводит, и проходит баш. Это ферстблад, вгрызается в Бульбу, но Бульба уже уходит. Масоку проливает первую кровь. Синг-Синг в таверне. Тут же делает возврат на ТП. Не хочет пропускать экспу. Иллюзия. И опять сосет дэмэдж Разор. 56 70 84. На 98 остановился, но этого хватит, чтобы хорошо пласт хитить. PyCut смещается в мидл, но его, по-моему, как видели, поэтому удивить там вряд ли получится. Баншу, банша чувствует себя неплохо здесь. По крипам, правда, 9 на 1 против 17 на 4. Койко тут выигрывает на вайпере мид очень сильно. Вайда, сапог,
500 на руках. Я так потеряю какой-то мид звук. Бейна подняли, а Ролл прилетает мимо. Масоку. Какой промах, а? Ну и что, будет вгрызаться на Войда? Ну, Войда таймбомб, поэтому вот спануть достаточно трудно. Вот он может здесь быковать. Пошел стан. Тычка по голове. Что у Дума? У Дума 2 на 1 по грибам против 17 на 6 у Экскалибура. Пока все очень плохо, я бы сказал. Кстати, Клинк снова проводил до вышки. 28 дэмэджа высосал и начинает фармировать дальше. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. Смок от шейкера. Никуда ты отправляешься. Там попытка будет сцепить Дума через слип и статик линк. Есть слип. Пошел статик линк, сосет дэмэдж, просыпается Дум. Дум просыпается. Заблочили крипы. Пошел дэмэдж. 174. Неприятно. Филд. 212. Но больше слип от Бэйна не будет. И, судя по всему, он уходит. Да, уходит Дум. Переживает всю эту агрессию в его сторону. Шейкер не успел подойти. Смог он низу. Поэтому все на этом ганге как-то не очень для Team Tinker. Экскалибур возвращается на лейн, продолжает фармить. Войд выходит на второй крипстатс на карте. 20 на 14 у Войда. Я бы не сказал, что он страдает недостатком крипов. Тут никто не мешает. Что у Синг-Синга? У Синг-Синга 6 крипов, 1 смерть. Дабл дэмэдж заканчивается. Не очень, в общем, с фармом. Ну и в смоке саппорты. Начинается сайд дэмэдж. Будет ли слип? Фиссурина. Ну, тут уже разор загоняет, да. Загоняет. 189, 147. Тычка с руки. Крипы тоже тут осыпятся. А Экскалибур умеет на этом героя катать. А тут Синг-Синг. Войд почти 6 уровня. Что у Банши? Банша 6. Есть экзорцизм. Отпивается ботлом. Но пушить вряд ли пойдет. Не получится. Фейслис Войд. Стан. Ну а что толку? Убить не может. Войд регенится, в принципе, неплохо. Правда, все тангусы сожрал. 1500 на руках. Сейчас еще один крип и хватает на рецепт Мидаса. Наверное, можно нести. Да, появляется 1500. Что, будет покупать рецепт? Да. Нет, это рецепт на Мейлштурм. Ой-ой-ой, ты меня удивляешь. Удивляешь приятно, потому что Войда с Мидасом это стандарт. А вот Войда сразу в дэмэдж, это круто. Войдик. В медле. Стан. Подходит Бейн. Есть слип. Подходит вайпер вплотную. Пошел вайпер страйк. Тычечки. Еще тычечки. Минус смеш. Килл забирает Синг-Синг. Арро пролетает мимо. Так что так. Ну и Синг отправляется на базу регенится. Знаменитый сонный отсос. Ну да. Вайпер. Бейн 3 уровня приобретает себе гантелину. Ну и на топе уже Экскалибур начинает толкать лейн. Включил Аквилу на крип. А нет, не включил. Так а что ты не включаешь? Эх и... Эх и эх, короче. Бейн. Слипа не будет, а вот купол можно поймать. Что у Рубика? Рубика я, кстати, давно не видел. 4 уровень, стики, сапог, 500 на руках. Крипы подходят к вышке, должен забирать отсюда синк или кто-нибудь. Ну, метни что-нибудь в крипа. Не хочет метать, просто получает экспириенс. Нужен еще уровень до реинкарнации, тогда можно будет побоковать немного. Ну, а Войд, зная, что у него купол, здесь подставляться особо и не хочется. Экскалибур, ПТ, Аквила. Let thy healing begin. Следом, наверное, мека будет.
по стандарту. Койква. Как меня обрадовал, так и не обрадовал. Войт быстренько продал рецепт на Мэйл Шторм и приобрел себе рецепт на Милит. Ты обманщик, коварный тип, коварный. Что у Банши? Банша по-прежнему с экзорцизмом, который она не юзала, пытается добрать все физы. У нее все очень не очень по крипам. 38 всего, 56 у Вайпера. Койку тут переигрывает, и Койку начинает собирать Меку. Здесь же будет, значит, что-то другое. Возможно, быстрое БКБ, возможно, Аганим. Что у Дума? У Дума арканы. У Дума арканы 6 уровень, он может заткнуть. По крипам у него 10. Не очень, скажем так, мягко говоря, дела идут. Ему надо что-то предпринять. Выйти куда-то с маке ганкнуть, кого-то заткнуть и убить. Например, Вайпера попробовать. Но это очень трудно будет сделать. Ему нужен станок от какого-нибудь кентавра. Тогда через экзорцизм и Дум можно будет сожрать. Иначе не получится. Синг получает 6 уровень, есть реинкарнация, 1400 у Разора, пока игра приостановилась. Бонет Ворсом, 4300 Вайпер, 4200 Войд, который сейчас будет впрыгивать с второго таймволка и пытаться закрыть Койку. Цепанул, пошел экзорцизм, должна быть волна. Но волны почему-то нет 4 уровня. Заткнули Синга, Синг не может дать стан, ну и Койку это все дело переживает. Реинкарнация, очень сильный слоу, минус Дум, встает Синг-Синг, не отпустит отсюда Дума, Бульба подходит, есть там смеша, Вайпер расстреливает, подняли Бейна, но это минус 3 в 0. Что сотворили сейчас ребята из Not Today? Я не знаю, на топе еще падает в это время вышка, Excalibur 2200 на руках и продолжает идти толкать лейн. Все, что потеряли, это реинкарнацию Синг-Синга, остальное все. Все целиком и полностью. Победа в этом файте принадлежит Каппа Тим, а не же Тим Тинкер. Ну и Синг продолжает фармить. ПТ 1200. Дела пошли на лад. Масоку. Да, вот один выстрел от Вайпера, и тут еле живая потма. На ботами Войд. 30 секунд до купола. Синг. Получает баш, подходит сюда Шейкер. Пошел стан. Эхо слэм. Фиссурина. Минус. Ну, нормально, Войд подставился очень грамотно. 6-1 становится 12-я минута. По графикам у нас 4 с лишним тысячи по золоту преимущество у команды Синг-Синга. 5000 по XP в их же сторону. Падать вышечка. Экскалибур с барабанами. Не стал собирать. Быстрый Аегис. Байкат. 5 уровня. Скоро Финсгрип будет. Здесь есть ТП. Прилетает сюда. Пошел стан. ХП нормально так проседает. Медасик не особо спасает. Что тут, драка намечается? Нет, драки не намечается. Банша задувает. Пошла Мека, и все отходят. А Ро пролетает мимо. Саппорты смещаются. Видит Масоку. Масоку. Развел на лип. Подходит сюда Бейн. И начинает наглеть. Ставится вард. Есть вижен. Брейнсап. Сожрали. Арол. Фейтболт. Теряют разоры. Здесь МСКО. Чешут фитнес-гриппом. Почесали. Минус. Ну, это минус 2. Минус 2 в пустом месте. Синг-Синг. Начинает фармить вышку. Бум. Radiant's middle tower has fallen.
ТП на топ. Прилетает Койк вам. 11 уровень. Мека 1400. Даггер появляется у Синга. Михав по-прежнему еще ни разу не юзал. Дум стоит на лейне. Бульба. 1000 на руках. Пусть аркан. Не так много до даггера. Криты. Mortal Strike. Никаких вампирик ауров. Что Войду? Войду есть купол. Здесь же Банша. Запрыгнули на Войда. Фистура. Развалили. Пошел экзорцизм. Ну, экзорцизм, грубо говоря, никуда. Есть Фиссурина. Вышку подпушить вряд ли получится. Финсгриппа нет. Заходит на Шейкер. Шейкер будет ли тотем. Ой, тут станы, задувка. Мгновенно нет Шейкера. Экскалибур. Получается, Айленс не получается. Повесить статик Линк и на этом расходится. Но ненадолго, я думаю. Финсгрипп через 30 секунд. Что стало с моим звуком? Купол на Синга. Синг начинает погибать. Реинкарнация 15 секунд. Экскалибуру поднимает. Экскалибуру уронили. Пока живет. Мека. Вайпер подхилил. Войд пытается добить, пока баши не проходит. Вроде как Экскалибур уходит. Вписывается статик линком. Есть Фиссурина. Войд теряет дэмэдж. Войд пытается уйти. Минус 2 уже исполнен. Очередной стан. Тычка от Экскалибура. И минус 3. Опять же все живы. Пытается уйти отсюда Дум. У Синг-Синга нет маны. Запрыгивает. Боди-блок. Будет Фиссура через секунду. Пошла Фиссурина. И минус Дум. Быстрая Игги сказал, ну быстрая Ганима, говорится. Войд отделал Battle Fury. Это скилла ему как бы не добавило. Мег идут пушить дальше. 16-я минута. 10 тысяч преимущества по золоту, 7,5 тысяч по XP. И сейчас могут спануть опять Войда. Войд сейчас подставит, скорее всего, Вайпер. Видит все это дело. Бейн, Финсгрип. Фиссурина, минус Войд. Haste! Минус вышка, правда, размен на топе Т1 тоже может упасть. Падает вышка. Скальбур тут быкует, но просто серия тэп-аутов, не успевает улететь смэш. Сентри, Брейнсап. Did your dream come true? Radiant's middle tower is under attack. Т1 на топе нет, в медле уже тоже нет. Т2 на ботами тоже забрали. Ну и что тут есть? Есть рецепт на Юл, неплохо. Идут давить дальше. Синг-Синг 11 уровня, есть реинкарнация, Бейн. Тоже тот запрыгнул, пытается кого-то найти. Видит Рубика, пошел стан. Рубик. Кто-то еще поможет? Нет, никто не поможет. Начинает падать вышка. Ну а здесь уже до Аганима 1100. Аганим вайпера. Смещение в мидл. Здесь, наверное, тоже Т2 пытаются забрать. Крипы рядом, почему нет? Ну и дефт пока особо не получается. Вайпер страйк. Достаточно больненько так отлетает. Почти пол хп сбрило. А ролл Койква. Фейтболт. Ну и на этом как бы все. Ворует Вайпер страйк. Дум. Шейкер. Будет ли врываться? Нет, не будет рваться, пока только Синг-Синг стандал и отходит. Попытка цепануть Войда будет. Через Финсгрип. Цепляют. Есть еще одно ТП на Т1.
Полетает шейкер. Писурина. Как-то очень не очень. Пока дела идут у Not Today. Not Today, действительно. 13 тысяч золота, 10 тысяч экспы. Dire's middle tower is under attack. Заходит в Альперспину, видит курьера. Курьер там кое-как переживает, получает Дум Койкова, заходит сюда Экскалибур. Экскалибур, кстати, клинк на Дума, видит пока. Спит Банша, Банша просыпается, и Мидхавка дает очень много демжа. 147, пытаются Экскалибур заткнуть, если тут Вайпер, Вайпер. А Вайпер в Думе, он не мог дать меку, вот только сейчас кончается Дум, Синг-Синг с Блейдмейлом. Ну, разор на Рубика, пока не очень. Ну вот, находит Чумасоку. Минус Патма. Стан. Вводит спанули. Брейнсап. А я не успели дать фиссуру. Шейкер. Да. Немного. Не по таймингу все произошло. Ну, на хайграунд сейчас не знаю, стоит ли заходить. Слип. Стан. Вайпер страйк. Михав. Фиссурина. Синг-синг. Еще инкарнация. Аро пролетает мимо. Ну и думаю, не будет 32 секунды. Подходит там Асоку. А совсем скоро будет Финсгрип поманит. Запрыгивает. Есть купол, если что. Войд. Крипов больше нет. Подходит Экскалибур. Он уже с Аганимом. Что вышка терпает неплохо. Ну что, будет ли заход? Тарканчики повыкладывали. Ну и отходит. Отходит на Рошан, я так понимаю. Да, это микс чисто на турнир. Ну, наверное, я не знаю, может, конечно, они и дальше останутся поиграть. Начинает падать Рошанчик. Что, пытаются задефать? Ну и если Войд залетит, хорошо. Экзорцизм будет, и Дум на нужного повесит, то можно попробовать. Войду надо врываться. Запрыгивает Войд. Купол на троих, неплохо. Синг-Синг может погибнуть, но решили забирать Экскалибура. Экскалибур. Экскалибур погибает, Мега пытается его отхилить, но все равно, скорее всего, умрет. Синг. Стан. Погибает Экскалибур, но уже троих забрали. Патма погибает, остается здесь Михав. Михавка тоже отсюда не отпустит. Это минус 5 на Рошане. Забрали только Разора. Ну и сейчас дроп Аегиса. Я думаю, заход на хайграунд. Там еще на ботами огромные стадо крипов уже пытается подпушить. Ну и тут пушить. Правда, резаются тут все быстро. Это бонус команды Not Today. Здесь вампирик ауру уже третьего уровня, поэтому все подхиливаются и как бы не особо ощущают эти задувы. Запрыгнул Койква, он с Аегисом. Воткнул Войду. Войд пытается что-то предъявить Сингу, не особо получается. Синг одного раз поламил, начинает поламить второго, минус второй. Ну и Михав получает стан, тоже отсюда не уйдет. Запрыгивает Шейкер, Фиссурины пока нет. Есть Вайпер Страйк, Мыско не уходит. Масоку, Масоку лип, ГГ пишут ребята. Ну и что? Очередная катка за 20 минут для Тим Тинкер. Ну что ж, поздравляем команду Синг-Синга с очередной победой. Проходят они дальше. Я думаю, что доберутся они до финала, гранд-финала и так далее.
Ну, а я с вами на сегодня прощаюсь.